Нам нужна, как воздух, грамотная, цивилизованная иммиграционная политика. Обязательно нужна. Демографическая яма никуда не ушла, она у нас продолжается. В ближайшие 10 лет мы можем потерять еще миллионы наших граждан в смысле уменьшения населения. Нам обязательно нужны трудолюбивые, непьющие, лояльные нашему государству, преданные идее своего становления, себя и своей семьи на российской территории люди. Таких людей надо целенаправленно привлекать, и надо, чтобы они не ждали в очереди годами. Поэтому наши соотечественники, а именно граждане, родившиеся на территории бывшего Советского Союза, владеющие вполне свободно русским языком, грамотно пишущие на русском языке и лояльные нашему государству, должны обретать гражданство в упрощенном порядке и должны получать здесь полную возможность для трудовой деятельности и привозить сюда семьи, и селиться. Я бы даже давал им, что, к сожалению, пока не обсуждается, я бы давал им возможность бесплатного получения земли. Гектар по 10, по 20 давал бы им земли от Урала и дальше. Берите, вот вам даже деньги подъемные, переезжайте, перевозитесь, получайте землю, выращивайте пшеницу или что там еще будет у вас расти и обустраивайте Сибирь и Дальний Восток.